Здравствуйте. 26 октября, третий лунный день. В созвездии Адья с элементом огня, со стихией дерева. День высших сил, благоприятный во всех благородных делах, потому что со знаком, дашиням и бальжаням. Ритуалы почитания огня, проведение праздников, свадеб, создавать лекарства, начало строительства, влаживать накопления, давать наставления, спонсорство, меценатство, обращение Буддам, Бодхисаттвам, устанавливать фундамент также, стрижка волос к достатку. День неблагоприятен для кровопускания, рубки дерева. Благоприятен для людей, родящих год, собаки, тигра. Неблагоприятен годам, зайцы, курицы, мыши. И в логинском цукчун дуане хорау, ташнимен равны, освящение гунрик дуана и ритуал джинсик, по отношению стихии огня, для сжигания препятствий. Будьте сильными.